Всем привет! Сегодня у нас вторник, и сегодня я хочу снять небольшой влог о том, как проходит, ну, так, скажем так, первая половина нашего дня многодетного. Поэтому сейчас будет вот такой маленький кусочек вступления, и затем уже будут нарезки из того, как действительно проходит наш день. Но скажу так, что каждый будний день мой начинается в 7 утра, когда я встаю, чтобы разбудить старшую дочку, ей 12 лет, она в 6 класс перешла, учится она в первую смену, и в 7 часов я встаю, чтобы ее разбудить в школу. Дальше она собирается самостоятельно, завтракает, собирается, причесывается и так далее. То есть тут я уже, естественно, не участвую в этом процессе, но спать уже, в принципе, редко когда ложусь, потому что потом, после того, как она уходит, до школы идти минут 15, может быть, там чуть больше, это время я жду, и она отзванивается обязательно, что она дошла до школы. То есть, поэтому, как только она уходит, спать все равно я не ложусь, иначе я просто пропущу звонок. Поэтому чаще всего с 7 где-то, ну, до того момента, как она уходит в школу, я еще валяюсь. Может быть, там просматриваю какие-то что-то в интернете, там, возможно, Инстаграм или какие-то еще другие соцсети. А потом уже просто встаю и начинаю готовить завтрак, ну и заниматься уже какими-то домашними делами. Младший сын, ему 1 год и 2, он просыпается где-то в 8:30, бывает в 9, но в среднем где-то 8:30 он просыпается к этому времени. Чаще всего я уже либо позавтракала, либо заканчиваю завтрак, и, естественно, готов завтрак для него и для еще двоих детей. Сын учится во вторую смену, то есть он уходит в школу в обед. Дочка ей 5 лет, она в садик не ходит сейчас, поэтому она дома целыми днями. Ну и, собственно, дальше в кусочках я покажу, как проходит мое утро дома, и дальше будут небольшие тоже кусочки, вставочки нашей прогулки. И пока не отключилась, хочу сразу показать свое продвижение по пледу. Как-то показать. На данный момент это выглядит вот так. Вот такой будет узор из квадратиков. Вот. Это вот подходит к концу первый моточек пряжи. Не знаю, кстати, хватит ли мне 5 моточков, или надо будет еще докупать. Смотрю, на данный момент, сейчас даже померим, связано 20 сантиметров, то есть 20 на 5, ну, в принципе, да, должно хватить, наверное, правильно я же посчитала, 20 на 5, 100, получается, по идее, да, должно хватить. На плед я обычно вяжу где-то 90 на 90, бывает даже 85, 95, ну, там, как получается, поэтому, по идее, должно хватить. Практически каждое мое утро начинается с пылесоса, с моющего пылесоса. Пока я пылесошу на кухне, сын всегда, ну, практически всегда рядом со мной, вот, мне помогает, активно разбирает кухню, все шкафчики. Дальше я перехожу в зал. Пылесош. Сразу скажу, я патологически люблю чистые полы, поэтому у меня пылесос моющий, пылесос обычный сухой, обычная швабра с тряпкой и паровая швабра. И этим всем я, ну, паровой швабры, конечно, не часто, но моющий пылесос и сухой пылесос – это обязательно каждый день. Ну, вот это моя такой бзик мой в плане уборки.
Дальше стандартное развешивание белья. Белья у нас всегда крайне много, естественно, при наличии 4 детей. Стираю я каждый день, бывает и по 2, и по 3 раза в день. Поэтому и глажки тоже, естественно, очень много. Сейчас, кстати, она меня ждет. Не знаю, когда нужно будет выбрать время на то, чтобы погладить. Потому что накопилось, ну, много. Пока я развешиваю белье, там видно сзади, сынок опять же разбирает полки у старшего сына в комнате, это комната сына. Сушилка огромная, стоит у него, больше ее поставить некуда. Дальше стандартно включаю ноутбук, проверяю сообщения, проверяю почту, открываю ярмарку мастеров, смотрю, какие сообщения там есть у меня. Сейчас мне нужно написать сообщение по поводу пряжи, по поводу доставки пряжи. Я ее заказала еще на той неделе, но почему-то до сих пор мне ее не отправили, хотя было обещано в понедельник. Сегодня уже вторник, пряжа, сообщение так и не пришло, поэтому вот пишу, чтобы уточнить, когда же будет отправка. На заднем плане, кстати, кричит сын. Дальше, после этого, у меня есть немножко времени, пока я вот таким образом укладываю сыночка, я смотрю YouTube и немножко вяжу плед. То есть, ну, вязать я, естественно, могу то, что это не игрушки, а что-то вот такое, скажем так, простое, без высчитывания, без просчитывания, то, что можно вязать с малышом на руках. Вот, так. Так мы вяжем. Вот, кстати, то, что получается. Такими квадратиками будет плед. Это я вначале уже показывала, еще расскажу. Это практически закончился один моточек пряжи. То есть получилось около 20 сантиметров пледа. На данный момент связано. Начала я, насколько мне помнится, вязать вчера, в понедельник. Ну, то есть вот за вчера и за сегодня связано, вывязан практически один моточек пряжи. Все это время сын активно не хочет засыпать, поэтому потом переложила его в кровать засыпать самостоятельно. Ну и дальше уже, соответственно, это вчерашняя прогулка. Вчера утром мы ходили в поликлинику за справками старшим детям. И поликлиника у нас около детского парка. И пока, раз уж были рядом, решили погулять. Бам-бам. Голодные птички. Птички кушать хотят, да? Завтрак у них 10 утра.
Mm-hmm.